Ну, будем считать, вот, что я приехал, и я ищу место на этой локации. Вот вдоль кармана я могу стать за этой Hyundai, но я поеду на саму парковку. Сейчас попробуем влезть. Нет никаких проблем, вон напротив меня есть еще одно место. Авто. Мы приехали сюда на двух машинах. Нашли места на парковочке абсолютно спокойно. Мы бы приехали на трех машинах в этой же локации. Мы бы на... А, ты же тоже на машине. Я все. Вот запарковался. Мы нашли запросто. Вот просто даже не мучаясь, нашли свободно места. Мы обычно всех выпускаем, никого не впускаем. Эта машина уезжает отсюда. Я сейчас попробую объяснить ей. Ну и мы дальше выпустим ее. Девушка, на будущее. Здесь нельзя парковаться, хорошо? Как можно им донести информацию, если она вот включила вот колокольчик головой и все? Друзья, у нас сегодня опять рейд пешеходный. И мы будем просто стоять на месте и посмотрим, что будет делать водитель. Я спиной чувствую, что ко мне подъезжает машина. Даже не знаю, как мне будет. Все, кто-то понял, что произошло, да? Ага, понятно. Руки, пожалуйста, держи при себе, протяни. Руки да, при себе. Окей, я вижу. Мы, да, мы да. Не знаем, да. Хорошо. Ну, факт шоу. Уйти. То он тележки и тротуар, есть интерсисы парка. То ты спаркать и рил домер. Стой, стой, ай пусын требари. До меня стоят пусын требари. Дече стал машине ли очистить? Стал машине ли очистить илегал? Е тротуар, где не полиция, шили аминдязы. Я ответил на твой вопрос? Ну, что не полиция? Так возьми тебя за шаги. Он не полиция? А куш вини? На то, что сколько возьмешь, мне это просто пиздец считай, мы раздражаешься, знаешь? Щите раздражаешься. Ну, я вас так думаю, в фильме за может пошел у нас. Ну шо, я в раз день треб, штихи и тротуары. Я в этой тротуар. Ну и пусть кирпич, ну и пусть, ну пусть. Ну тротуар, есть и пункт 54, день регули, где циркуляция, скрии пром. И тротуар, есть и интерзисы диплосаря, гата. И он. Еще будет, если ажиотатки, если тротуар. Я у Анцелека, у меня страну штиц, регули чулкула. Ой, ты сейчас печал, как спасть шу. Ну, уйти, и интро машин, идем парти че. Блин, вот ему наклеечку бы хорошо. Так, давайте начнем рейд, Юра. Друзья, сегодня мы находимся в той же локации, и да, мы будем здесь проводить рейды постоянно, пока притура не наведет порядок на данной локации. Находимся на перекрестке улиц Дача и Кузоводы. Здесь заехала BMW вот такая симпатичная. И водитель не согласен с нами. Он считает, что здесь можно ездить. Куда? Куда? Куда вы уходите? Не-не-не. Нет. У меня за спуск принципиал, сейчас спуск к ММ полить. Будьте тут, бля, как и просто, что помощь такая смерть. Ну, бля, что просто. Ты попросил меня вызвать полицию, я вызвал полицию, стоим и ждем. Ему паркет, что ж тебя полиция ждет, мой дебилс. Нет, и ты стоишь тоже ждешь. Ты должен, не полиция. Должен быть не моя полиция, а наша полиция. Мы все платим налоги, чтобы она наша. Ну это от них зависит, не от меня, я же не раздаю ей указания. Вот едет, подожди. Здравствуйте, я вызывал. Вот человек просит объяснить, почему здесь нельзя ехать. Этот водитель принципиально сказал, что зовите полицию, мы вызвали, и у него какие-то есть к нам претензии. Добрый день, вы разве не понимаете, что здесь нельзя ездить? Уже и полиция приехала. Вы не понимаете, что там нельзя остановиться? Где? Вот там, на дороге, если вы поставили машину. Там. Где нельзя? Вдоль? В кармане, что ли? Да, в кармане. Почему нельзя остановиться? Там можно останавливаться. Нет, форма резко, стоп-кран. Ну, ракней. Какой вы? Я тебе объясняю, я хотел там остановиться. Я уверен, что если мы сейчас там пройдем, вот там есть где знак там парковка нету. Возле Эндиса, вы можете стать в первом ряду. Да нету там места, можешь понять? Нет, ладно, остановиться. Ладно, сделаем так. Я пойду покажу, прогуляюсь немножко, вот это полезно. А вы потом посмотрите видео, вам будет, может быть, неловко. Абсолютно спокойно. Он может здесь остановиться для посадки и высадки пассажиров. Подождет его, человек выйдет вот с магазина. Тут все магазины в радиусе 10 метров. Первый ряд остановился, аварийку забрал пассажира, уехал. Все, проблема решена. Нет, надо заехать на тротуар, а потом кричать мне, что у них нету места, негде встать. Вот остановился водитель такси. Но абсолютно ничто ему не мешает так остановиться. Хоть здесь и парковка, но он находится в машине, он никуда не уходит, он никого не блокирует. Если кто-то захочет выехать, он запросто отъедет. Он дождется пассажира и уедет. Ну, например, дальше ему надо было, я не знаю, вот еще два места. Ну, достаточно места. Ну, где таксист?
Я специально по... Он кричат, там негде стать, первый зад... ряд весь занят. Я специально прогулялся, там столько места. Слушай, машина отъезжает, я не могу стоять. Вот я уже 17 минут тут стою. Все, негде ладно. Стать. Ладно, вы во втором ряду. Вы начали. Нет, в первом ряду. Там есть место в первом ряду. Уже нет, сейчас есть. А тогда, когда я приехал, нет. Да, они всегда есть там. Там всегда свободно. Объясни мне, зачем я подъехал вот так? Это вы мне объясните, а не я. С той стороны я сюда заехал. Я мог заехать. Ладно, вы посмотрите видео, увидите, что там есть место. Вот вы когда сюда заехали, я сразу пошел туда, и там сразу были места. Спорить абсолютно никакого смысла нет. Никогда туда ты так ума, а это не критик. Парега, вот. Турмут мой критик, это конфачетки бульварду Киев-Москва, а полный тренер приезжает в Луцк. Да еще человек появится, ну сейчас и трафик. Вот это щедро. Человек говорит, это не критично, когда что машина на тротуаре. Вставь тот кусочек, когда водитель Порше вышел подраться с пешеходом, только потому что тот посмел ходить по тротуару и сделать замечание. Нказу, да, нказу, есть сайджи раз, инстаглос. Если ты мотиват, не мотиват. Когда есть нечесара интервенция, когда там есть интервенция. Не сказать, дому, да ну, сон дякорку до нього. Ну, тярну, як це джерем. Ось так, є тротуар, а іщий тротуар. Страда Чентрали, а ботаніщий, що ось так ще з фаші. Дмитрий, в плащі, а Шафілді тротуар? Та чи є шофірюся, яка тротуар? Ну, пітоні. Мамілі кукуричарілі. Хай це зберігалося. Скільки це ворог до мусі паркець? Така є проблема. Є у машина гасит. Ти мене стратегія все гасит. Улець гасит. Я тобі лапаркаря часто. Три машини він вініт. Його фелічит. Ши, а? Його фелічит. А ще блоку не спліне ділу катар. Унді сипати. Ангараж. Ангараж пуль. Ангарі гараж. Ангараж. Акуй гараж. Унді єсті лок пентру гараж. Думястри, ацкомпарат машини. Дічин ацкомпарат гараж. Ви 300 каса. Как? Ну, це лік, при чому здесь? І 300 каса. Ши, чи треба спа, как ма? Снова эти пласацкие тротуары. Сиди в орбит. Да, уйтац копи. Копи ему, бля, еще. А из вазу? Уйтац еще тротуар вайди капулуя. Шкари проблемами. Проблема апиетонилор, и тротуары и стрекат. Ши ты у него астры углацкую машину или в астры марь, ши ли стрекат. Томографии лакап, не мог дай Томографии лакап? Томографии. Спрашивают, делал ли я томографию? Очень смешно, молодцы. Эй, паре рео, пентру имбичил, маска акуша сары, пентру имбичил. Пентру имбичил, дуэнастры води пласац, пентру туар, шиеус имбичил, шиеус имбичил. Вы купили автомобиль, вы купили себе проблему на свою голову, вы купили, вы должны подумать. А вас, где вас, в какой школе вас воспитывают, а? Скажите мне, пожалуйста. У меня просто заканчиваются аргументы. Ну, тиро все тимпу, мваци лимба не стат, ворбешти. Причем здесь тут да, дело не в этом? Не в этом. Да. Ты на скута, ищешь крешты, ищешь морец. Дом, ну кари проблема. Ел в Арбецку, ты мне в Астре. Но Ромына, кому вы воплачь? Когда у вас планификати кампус урлесте, где локует, я в двух машин, три машин, в горы, в карусабин. А ситуация со скимбат. Так и что нужно сделать? Разрешить парковаться на тротуаре? Потому что вы смогли позволить себе купить машину? В чем логика? Милый, вы расист, тимпу, вы острон, лок свой формат, свой дезволтат. Вы не можете, по-вашему, нормально ездить по тротуару? Ну, чирку ли ними? Ну, просто ответьте на... Кумну чирку, у меня есть такой ликоптеру от свинит, инкуач. Кумну чирку, а дичи я мажит? Энергия в астры. А шо? Дакарфи концентрат, интрум флукс, бенефик. Asta e flux benefic. Dumneavoastră înțelegeți că tot ce facem noi este susținut de oameni. Вы что думаете по поводу того, что машины ездят по тротуару? Отрицательно. У меня ребенок еще два раза не попался в камеру. Вот, а здесь люди говорят, что нам надо томограф делать. Вот смотрите, давай, прости, Юра. Вот посмотрите, едет машина. Вы считаете, это нормально? Вот идут пешеходы. Унди, друм, унди, надоел ты уже. Такое ощущение, как будто мы спорим, что лучше, пюре или велосипед? Просто ни о чем. Вот я ему, мы ему одно, он другое. Вот. Все, ребя, у меня нервы сдают, бесполезно что-то объяснять. Пускай дальше полиция разъясняет и штрафует этих людей. А мы пока давайте узнаем мнение притуры по данной проблеме. Друзья, к нам сегодня присоединился на ботнике притуры ботаники. Домну Василий, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то планы по разрешению данной проблемы? Примерно. Но притура, там солиштат, ну, да, то репарация ША, но это то там пропус, пентру репарация капитала тротуару, так ворбим де... Я правильно понимаю, не притура должна ремонтировать эти... Притура только дает адреса локации в этом плане. А весь муниципальный бюджет на ремонт дорог, внутридворовых дорог, тротуаров, это
Он в ведении дирекции транспорта. Дирекция Генерал Транспорт Публик Шкейды Коммуникации. И правильно я понимаю, вы делаете запросы, да? Мы делаем запросы, просим... Чтобы они поменяли покрытие. Хорошо, а какая следующая процедура? Вот дирекция транспорта должна... у нее есть какой-то план? Ну, то есть я хочу понять, когда примерно это будет сделано? Или это надо к ним обращаться? Да не то, что к ним. Надо исходить из... trebuie să reieșim din bugetul alocat pentru reparații. Dacă ne uităm anume aici, hai să fim serioși. Da. Asta e pur părerea mea personală. Trotuarul ăsta mai era de un an, noi avem curți unii dezastruoase, unii distruse. Și eu cred că e mai bine să facem o curte unde omul iese din casă și să meargă normal lumenești pe asfalt, pe trotuar. Asta putem să-l facem și la anul. Alt variant, cum ați spus voi în video, da, acela care l-ați avut voi când, pe mașină, când o... Noi îl închidem, ca de la o porțiune aceea. Noi îl închidem și mâine îl închidem. Da. Problema e că iarna, noi trebuie cu tractoarele să mergem să curățăm. Nu, ne închidem și nouă drum. Noi nu putem. Asta e problema cel mai mare. Аргумент по поводу того, почему не блокируется заезд сюда, потому что не могут заезжать, если заблокируют заезд, то не смогут трактора заезжать сюда, чтобы чистить этот снег. Тротуар. Да, блин, да. А как же тогда в центре ставят полусферы, везде стоят полусферы, а там тракторчики маленькие, узенькие, да, и они могут. А в ведении притуры ботаники нету таких? У нас есть два трактора. Но чтобы почистить этот широкий тротуар, этот трактор должен ходить туда-сюда, туда-сюда. Этот большой ходит один раз, и, ну как, я не говорю, что нет. Мы попробуем, посмотрим. Мы уже здесь вышли с нашим муниципальным предприятием, посмотрели. Решение какое-то мы найдем, чтобы закрыть, чтобы не допустить машину. Вот ту сторону, именно если говорить от Family Market. Да. Мы подумаем, как мы тот вопрос решим. Дон Василий, спасибо за ваш ответ. Претору привет. Обязательно. Итак, друзья, в двух словах позиция Претуры по данной проблеме. В 2020 году, насколько я понял, не будут менять покрытие на данной локации. Дело в том, что приоритет в 2020 году на покрытие, на замену покрытия во дворах сектора ботаники. Насколько я понял представителя Претуры, покрытие на данном участке запланировано на 2021 год. Что касается блокирования въезда машин, Василий объяснил, что с той стороны, где сала, там установят полусферы. На данном участке тоже планируется установить полусферы, но чуть позже. Почему? Потому что решение по установке полусфер на данном участке принимает не только Претура, но и другие департаменты Приморья. В общем, посмотрим, время покажет. А сейчас, друзья, хочу поговорить про фидбэк к предыдущему выпуску. Много запросов на наклейки с номером телефона, и многие пишут, что не понимают, как их проклеить. Сейчас я покажу более детально. Итак, друзья, вот в таком виде вы их получаете. Здесь три слоя. Подложка, потом универсальный шрифт 9 цифр и пленка, клеющаяся пленка. Вам нужно отклеить эту пленку. Вот, вот так вот отклеиваем номер телефона. Не номер телефона, а считайте 9 цифр от подложки. Вот смотрите, например, я формирую номер. Подойди, пожалуйста, если ты за номером телефона. Вот смотри, снимаешь? Вот, и формируем номер 0. Там 8, например, или 6. Давайте шестерку сделаем. 6. Потом 9. 8. В общем, вот так вот формируется номер телефона. Формируете свой номер телефона и проклеиваете. Подойди сюда. Ну, на лобовое, но я покажу здесь. Вот так вот проклеиваете, хорошенько протираете. А, перед тем, как проклеить, нужно протереть, обезжирить стекло лобовое. И начинаете отклеивать. И все, и номер телефона остается на лобовом стекле. Кто не видел прошлый рейд и не понимает, о чем речь, быстро объясню. Дело в том, что мы дарим каждому желающему, каждому подписчику дарим номерки телефонов. Зачем? Дело в том, что когда полиция видит, что ваша машина припаркована неправильно, в первую очередь ищет хозяина, чтобы, ну, наложить штраф, да? И если не находит хозяина, в этом случае вызывает эвакуатор. Помните, сколько эвакуатор стоит? Так вот, мы дарим эти наклеечки для того, чтобы избавить вас от эвакуатора.
Да, были комментарии о том, что мы противоречим принципам нашего движения, якобы пускай увозят этих хамов на штрафстоянку. Друзья, общественное движение StopHam за справедливость, но мы не садисты. Мы не садисты, поэтому вот такие номерки мы дарим каждому желающему. Все, друзья, финал. В финале по традиции хочу поблагодарить всех тех людей, благодаря которым существует общественное движение StopHam в Молдове. Друзья, вот реально, если бы не ваша поддержка, мы бы, наверное, давно опустили руки и перестали бы бороться с теми людьми, которые не могут отличить дорогу от тротуара. Еще раз спасибо вам большое. И помните, друзья, ваша поддержка помогает конкретным людям и способствует развитию гражданского общества. А еще хочу обратиться ко всем подписчикам, которые поддерживают наши акции, наше движение. Друзья, если вы понимаете, поддерживаете и готовы помогать нам в развитии, приглашаем пройти по ссылке из описания. Ссылка из описания ведет на сайт Patreon. Patreon, в свою очередь, это платформа, которая заточена под поддержку любимых проектов. Еще раз. Проходите по ссылке, смотрите там приветственное видео и решайте для себя, готовы ли вы нас поддерживать или нет. Все, друзья, пока, до встречи в следующих выпусках.